А будет Бигдэш вообще по-дикому просто обучит. Оно и ясно. Потом, с кем я еще сегодня поигрался? Ну, короче, блин, меня прикалывает то, что просто дохуя. Ты синяя девочка. Ладно. Который дохуя прикольно играет. Вот. И как бы основное различие то, что они не делают это же самое. Они реально думают, как бы они все думают. То есть там вот Джонни, который объективно. У вас тут все плохо. Объективно. Ну это типа просто джунгл Зайра, которая бесполезна. Чуть более чем полностью. Да нет, ну не в джунгле, а ну тоже там. Я не жду. Я не заебался. То, что у меня шестого нет. Горилю, горю. Вся проблема этой игры, то что лес вообще никакого влияния на нее не оказывает. Нахуй мне вам вошло лбу. Ну хорошо бы кто. Ну короче, программа минимум хочу попасть в топ-8, но реально хуй знает. Нет. Ну топ-8 это выход из группы. То есть, типа, если я выйду из группы, то уже. Сдохни, дура. Вот, а там типа. Хуй знает. Ну блин, тоже, как проект сказал, тоже просто до хера народу. Есть пару человек, которым я реально вспомнил. А вы, кстати, сейчас? Ты сейчас тут? А вы? Частично, о чем? Сука, жадный мудак. А вы? Чего? В ГГ порядка 76 вроде. В ГГ ББ же 80? 80. Ну, больше всего, конечно. Ну, короче, в ГГ, по-моему, на 10 меньше. И тут, понимаешь, как бы, основная разница в том, что там, допустим, МФА, это, короче, грубо говоря, 20 человек умеют играть, остальные для массовки, да? А тут, короче, тут все умеют играть. Да? Так, ребят, завалитесь, я хочу услышать вандалы. Чего? Я, короче, узнал на тему... Помнишь, я тебе говорил про Сидрерию, что часть их бывшего состава сформировала новое место? Да. Ну, в общем, они сформировались буквально в нескольких улицах от предыдущего места. У них есть помещение, все у них окей, и типа туда можно сходить, потому что там все те же Сидры, но у них все стало лучше. А в чем происходит? Я узнал, где они находятся. А в чем проявляется лучше? В подходе клиента. Ну давай, Зайра, Маш. И в внешнем виде. Понятно, ну сходим. Ну не про тебя, что здесь, Питер? А это кто сказал? В рот тебе налил. В рот тебе налил, предок. Вот так вот, как бы. Окей. Предок, обмубедок. Что такое? Мне нужно. Пиздец. В этом комьюнити каждый должен насрать в рот предка. Сука. Ну я тебя насрал. Не, ну он типа за нас. Давай пронесем пошли. Типа там челики. Зайра, тебе выдвинулись. Да я вижу, я думаю, просто так поставил. Что? Форды. И я к нему иду тоже. Опа. Вот сейчас просто сделаем. Мразь. Ненавижу вас. Пасаги, хасаё. Всё. А он на этот домой ехал? Не, он же у отца живёт.
А фанки все, типа, улетел и отлетел и улетел? Нет. ГГ все завтра, Макс. А, окей. А, фанки просто к семье приехал, типа, еще и... Поэтому он там у себя где-то живет. Если он пошел домой... У него там, у нас типа в хостелах холодно, но это полбеду, короче. У него там дома холодно, еще и, короче, там отца дети по утрам орут. Вот, и ему спать хуй. Угу. Нет. Вот, и на самом деле нам как бы добираться еще относительно легко, потому что у него там, походу, метро не ходит. То есть он должен на маршрутке ехать, а потом только на метро садиться. Ой, вообще прикол, все. Привет, типа. Ну, типа, не маршрутки, а как это, железнодорожные пути. Там есть, типа, автобусы, нет, это как бы, ну, поезда, электрички. Есть, короче, метро, это самый топ считается. Есть автобусы и есть, короче, вот это вот. Ну, там такие две красные стрелки в разные стороны нарисованы. Это вот, короче, есть эта херня. Всякие там поезда. А я не играл с людьми из Европы в онлайн. А, не, я играл, короче, с этим. Я с Арчлайтом играл, это единственный мой, короче, это единственный, кто мне в онлайне был интересен. А, пацаны, тут, короче, из этого есть Зато, очень прикольный Зато. Это, короче, как 2С, только не... Трокс, очень херово слышно. Я говорю, короче, тут приехал вообще просто топов Зато из Чехии. И он, короче, как 2С, только не бомж. Вот. То есть, типа... Он реально очень клево играет, и он тихий такой же, примерно выглядит как 2С, только он очень общительный, и там, типа, если типа, хочешь говорить, он как бы все разрубит. Вот, и типа, когда мы с ним заобщались, сказал, ну, я, типа, играл с каким-то чуваком по тихому 2С, и даже 2С похвалил, короче, то есть крайне позитивный чувак. Вот, но он как бы, он очень круто играет, в плане, что он не обузит просто, ну, как сказать, он типа... Он, типа, очень клево двигается, у него охуенный спейсинг, и он без зверька вообще не лезет. То есть он там будет от тебя отпрыгивать, там, как-то пытаться тебе спейсить в воздухе, еще что-то. Блин, я не знаю просто, как это описывать, но вот со всеми с кем. Не, понимаешь, когда вот типа, он, у него нет зверька, он это самое, он тебя там будет с горлами поднимать и так далее. Когда зверёк запанёт тебя, я опять тихо, кек. Вас уводит звук, короче, у вас связь попадает. Короче, он рашдаунит только когда зацепил тебя зверем. Если он не цепляет тебя зверем, он как бы, ему похуй, он будет там пытаться тебя покать, там еще что-то, короче, ну, там положить сверлами, но он не лезет без зверька. Успел чуть-чуть. И у него... Ну, зря вжукал. Ну, так он играет так, как должен играть, короче говоря. Да, и прикол еще в том, что вот как бы, типа, там от 2С я видел, ну, там 5-7 сетапов каких-нибудь, ну, интересных опций. А у него их просто... Я даже не запомнил. То есть он там вечно что-то мутит новое, это вообще пиздец. Вот, и плюс рам есть прикольная... Ну, типа, он в нейтрале сосет, как бы, серьезно сосет, но если он тебя загонит в угол, то это даже не клер, это еще хуже. В смысле, у него там что-то, я насчитал штуки 4 ресета через командник. Я не знаю, где он их высрал, я, короче, эти ресеты нигде не видел, но это дерьмо работает. Вот. Типа, там в углу реально пиздец. Он примерно играет, как этот дайджи. То есть он не заканчивает серии до конца. Вот, типа, у Рам есть серия, он закончит на втором ударе и сделает что-то другое. Или же закончит серию полностью, и ты прям... И ты просто не знаешь. Он закончит серию, короче. Заресетит тебя, не заресетит. Короче, хуй знает. А, и, кстати, я Акселя неплохого видел. Но я так, краем глаза его видел, не играл. Вот. Как бы...
Ну, типа, две вещи, которые я боюсь. Первое, тут фактически все думают, даже если хуёво играют. То есть, если включать какой-то ноу-брейн, то это 100% посос. И второе, тут очень мало дропают. Реально очень мало дропают. То есть, они могут не делать какие-то advanced штуки, но то, что они делают, они это не запорят. Вот. Да, а, и еще, кстати, сол прикольный. Аша, это, наверное, тебе интересно. Прикольный сол из Германии, он причем у меня в группе, но я, ну там, мы играли в счет в моем ходе. Короче, он тоже ни хера не дропает, отлично спейсит, но у него, короче, один минус, он слишком пассивно играет. То есть он реально играет от защиты. Я просто начинаю его рашить вот этими, вот, короче, КСами с дельфинами, он просто сидит в блоке. Ничего не Ждет мои ошибки, и порой он даже не понимает, что я ошибся, и что надо действовать. Это ты какими дельфинами урашишь? В смысле, этими из колбы? Ну, типа, да, 6 хс, этот... ХЗ. Я не знаю, что мы будем здесь делать при счете 8-28. Это, видимо, Авин и Веритас хотят играть. Да. Особенно верит. Да, короче, хочет. Этот типичное дерьмо, когда делаешь 6 хс, дельфина тут же отпускаешь, чуть-чуть подбегаешь, снова 6 хс, короче, и так можно. Ну, как бы так, этим можно сломать мозг. Вот он, короче, просто не знает, что. Вот, типа, играю, он чуть-чуть более агрессивно, это будет вообще топовый урок. И чего? Мне Кизара прошел на ночь? Я спрашиваю. А, ББ еще не было. Ну, скажи, Аль, по тебе же причем говорили, что ББ в воскресенье. Ну, правер говорит, сына, один из них стрессов. Жаль, что мы это не услышали, что правер говорил. Он говорил, что видел двух джинов, один из них, скорее всего, Зеро. Рассветка. Чего, кто? Рассветка какая была? Я думал, что время. Он не смотрел на рассветку. Короче, это, насчет ББ, в принципе, в теории может народ подтянуться, но проблема в том, что на воскресенье... Там как бы есть, типа, слоты, ну, как бы посещения, то есть, грубо говоря, помещение в себя вмещает 150 человек. И все 150 билетов раскуплены. То есть, тот, кто купит билет, может зарегаться, но кого-то нового вряд ли пустят. Такая история. И типа на завтра и на послезавтра уже все слоты раскуплены. А сегодня, кстати, даже...